Да. Именно так начинается история Фредерике, простом деревенском парне с непреодолимой жаждой к приключениям. Но какое это имеет отношение к истории страны? Всему свое время, странник. Слыхал, чебрец? Про нас рассказывают. Вот были времена. Раздолье для разбойников. Так я же-то помню. Тебе тогда девчонка дала жару. А вот потеха-то была, когда я тебя из-под камня вытаскивал. Тупица, если бы ты тогда не сбежал, как ссыкливый пес, тогда бы ничего не случилось. Эге, я не ссыкливый. Это ты так как бы нарываешься, да, старый хрыч? Ну давай, давай, попробуй, попробуй, конечно. Да ты уже и так такой старый, что не можешь даже повалять нормально. А ты что, думаешь? О, это разве ничего? Ой, нет-нет. Эти старые дураки частенько тут задираются. Сейчас с тебя стол полетит. Не разгромите мне таверну. Простите, дорогой странник, очень неловко за это. Но я думаю, что мы вполне можем продолжить историю. Скоро они угомонятся. Как я уже говорила, Фредерик был очень неугомонным. И как только пропели петухи, он пошел изучать город. Новый день на новом месте. Просто замечательно. Столько интересных мест. Куда бы мне отправиться? Эй, парень, отойди, не мешай. Ой. Нет, ну как так можно? Как так можно дорогу-то загораживать? Ой, простите. Разиня. Да что ж это такое, в конце концов? Боже мой, да я тут в жизни не сориентируюсь. Так, ладно, нужно найти работу. О! Кузница. Там точно нужен будет подмастерье. Здрасте, а вам помощник не нужен? Ой, видимо, это вы, кузнец. Чего тебе нужно, парень? Ну, вообще я ищу работу. Вам не нужен подмастерье, например? Нет. Но я могу выполнять любую работу. Нет. Даже самую сложную. Парень, иди отсюда, пока ты меня совсем не выбесил. Мне не нужен никакой подмастерье, я отлично справляюсь сам. Удачи тебе. Ладно. Не надо отчаиваться. Будем искать дальше. Капуста, капуста, никто не хочет... Простите, никто не хочет капусты. Чокнутый старик. И вам доброго здравица, капуста. О, добрый молодец, не хочешь капусты? А, я?
Но не я же. А что вы продаете? Совсем ты какой-то смурной. Ору на весь город. Капусту продаю. Ой, простите. Просто я немного в своих мыслях. Знаете, так тяжело иногда бывает. Про проблемы свои бабки веду, не пойдешь рассказывать. А я капусту тут продаю. О, ну у меня нет денег. Тьфу ты, ну ты, а! Ну зачем распинался, понять-то не могу. Нет денег, нет капусты. Иди, что ли, работу найди. Капуста, капуста, кто хочет капусты? Если бы можно было так легко найти работу. Здрасте, а вам работник не нужен? Как некультурно. Больше никогда не приду в эту лавку. Помощник вам не нужен? Помощник, который распугивает моих покупателей? Иди отсюда! Ой, ой, та девушка, простите, я еще много новых приведу. Ах, непонятливый, иди давай отсюда уже. Ладно, ладно. Ау! Ой-ой-ой-ой-ой! Я не знаю, что делать. Неужели у Фредерика появились проблемы? А ты еще кто такая? О, милый, милый Фредерик. Какая разница, кто я? Важнее то, что я вижу. А вижу я многое. Наверное, тяжело вам, раз вы все видите. Но это мне не касается, так что оставьте меня. Тебя ждет страшная участь, парень. Удачи тебе, хотя не думаю, что она поможет. Не самая приятная встреча за сегодняшний день. Ха-ха, вы только посмотрите на этого жалкого старикашку с его протухшей капустой. А? О нет, моя капуста! Дай сюда. Нет, ну вы видели, парни, чем этот старик торгует? Интересно, что сделает мой отец, если об этом узнает? А, ну, молодой человек, эта капуста не протухшая, она первый сорт. Вы не можете так говорить. А тем более разбрасывать к моей кочаной парыночной площади. Молодой человек, вы слышали, как он меня назвал? Какой-то оплавумевший старик. Задай ему, Эрик. Для тебя я не просто молодой человек, старикашка. Достаточно! А? Зачем ты привязался к этому старику? Если он говорит, что у него качественные продукты, значит, он не врет. Что? Вот, держите. И больше не связывайтесь с этими остолопами. Ой, спасибо тебе, молодой человек. Вот таких вот я уважаю. Старость защищает. Молодец, молодец. А капустка у меня хорошая. А ты смелый и благородный. Не то что эти остолопы. Чудаковатый, правда, слегка. А я, пожалуй, пойду. Пойду, да. Я вообще сейчас не понял, что произошло, а? Лучше больше не приставай к старикам. Или что, нет достойного противника? А это что еще за деревенщина? Ты, видно, не знаешь, кто я, парень. Так вот, я тебе растолкую. Я принц этой страны. Видно, дрянной принц, раз задираешь стариков. Ах ты, деревенщина. Парни, дайте мне мой меч. Держи. А что теперь скажешь, герой? Это нечестный поединок. У меня ведь даже меча нет. Не лучше, конечно, меч, но это хоть что-то. Что ж, теперь у тебя есть меч. Вот тебе на... Вляпался, что надо.